Рецепт недели на этот раз – необычный прозрачный блин. Смешать агар-агар с сахаром. Засыпать в воду и держать на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Перелить в сковородку и оставить остывать. Нарезать любые фрукты и ягоды. Аккуратно снять блин и положить в него начинку. Готово! Получается десерт, который точно станет сюрпризом для близких. Доля сахара в общей массе здесь совсем невелика, калорий немного, а фрукты и ягоды, конечно, несут пользу. Редкий пример, когда мы смело зажигаем сладости – зеленый сигнал нашего диетологического светофора. Приятного аппетита и здоровья! Желаем вам мы и бренд-шеф Елена Ланде.